Мои любимые видео мне выдала ошибка камеры и почему-то остановилась. Я вам рассказывала о том, что нужно идти за кормом для Бусяни, потому что она съела в 4 утра последний свой корм лососевый. Сейчас я ее накормила сметаной, но сметаны ей явно недостаточно, чтобы кормить 4 деток. Цветочек растет, надо, чтобы высохла голова у меня, и бежать. Хотя вроде бы немножечко уже подсохло. Не знаю, почему видео вырубается. Я вот этот кусочек, который начала заливать цветок, или это чай, я его поставлю как первую часть. В общем, бегу за едой Бусяни. Надо прогуляться. Там столько голубочков налетело. У-ху! Видите, какой красивый стал. С такого малюсенького червячка выросло вот такое вот. Красота. Страшная сила. Что ж у меня с видео? Я вроде бы удалила все видосы, почистила память. Не знаю, мои хорошие. Ладно, пошла одеваться. Я в шапке, поэтому голова мокрая, не страшно. Он гремит в подъезде. Не скучай, девочка, я сейчас приду. Не скучай. Не скучай, малышечка моя. Я сейчас приду. Кто там шумит? Пойдемте, мои любимые. Не знаю, не нравится мне, что выключается постоянно видео. Мокрая голова, но я в шапке. И тут вот эту одела. Думаю, что не замерзну. Снова снег идет. Представляете, не заканчивается. Ниночка, привет, дорогой. Привет, ты меня узнал? Ниночка идет. Ниночка, иди, поздороваемся. И пойду я. Хорошая примета. Ниночку встретила. И падает снег с этих светочек. Ой, красотища какая. Андрея, уйди. Ниночка идет. Ту-ту-ту-ру-ту-ту-ту. Если б не было тебя. На-на-на-ни-на-ни-на-на. Ниночка, здравствуйте. Здравствуйте. Опять гуляете? Гуляем, а как же? Умница. Можешь по мне время проверять? Да я уже и проверяю по вас. Как классно на улице. Красиво, да? Красиво, да. У вас шапочка такая красивая, о, очень идет вам. Что ж, я живу на 5-м этаже, окошки на Заречную, поглядеть не на что, лежать надоест. Да, конечно. Ну, что-то гуляю, конечно. Живу одна. Вы на 5-й этаж ходите пешком? А как же, пешком. Ничего себе, я думала, лифт вам провели. У нас нету. Нету? У нас 5 этажей, наверное, в 9 этажках лифты, а в 5 этажках, наверное, нет. А, понятно. Ясно, Ниночка. 9 этаж, наверное, домах. А я смотрю, вы каждый день ходите очень долго. И до обеда хожу, и с обеда хожу. Ой, умница какая. Надо у вас научиться ходить с обеда и да. Эти семья была, у меня 7 человек. Семья была 7 человек. Да скотины полный двор. Ага. Тогда не было, думаю, как же я справлялась. А теперь живу одна. А у меня сейчас скотины полный двор. Дочка приходит ко мне, каждый день мне еду, он принесет. Понятно. Понятно, Ниночка. Ну ладно, гуляйте. Я денежки получаю, я ей отдаю. Умница. Здрасте. Здрасте. Умница, Ниночка. Ладно, побежала я. Куча беги, дел. Беги, я потихонечку. Я на прогулке. Умница. Хорошей прогулки. И поет, как я. На-на-на-на-на-на-на. На-на-на-на-на-на-на-на. Вообще снежок идет, такая красотища. Бегу в Буське за кормом. Куплю ей аж 3 штучки. О, класс. Благодать в снежку. Кувыркается. На-на-на-ри. На-на-на-на. Очень классно.
кусочки тут, смотрите. Вообще. Привет, листочки. Ниночка меня догоняет. Реально она ходит. Смола. Ну, значит, тут, чтоб не сглазить, ходит быстрее меня. Там елки такие все тоже в снегу, смотрите. Вообще. Красотища. Да и только. Не знаю, я промываю Буське глаза чаем. И они вроде, ну, гораздо лучше стали. Раньше вообще постоянно мокренькие текут слезки. Вот. А сейчас нет. Но все равно. Мне кто-то написал, что альбуцит надо купить в аптеке и капать. Ну, не знаю, правда, надо попробовать. Хотя я слышала, что чаем. И я, когда маленькие были дети, всегда чаем промывала. Не любила все эти капли, таблетки. Не знаю, чего всегда так народными средствами спасались. Вот. Красотища. И вот не воняет машинами, хотя машин очень много. Ну, я считаю, что много для такого не очень большого городка. А в Питере, может, потому что мы в центре жили, в Питере все время так воняло выхлопными газами. А здесь, может быть, потому что так зима, весь запах как-то уходит в снег. Короче, не знаю, что тут я разлагольствую. Вообще, какие елочки. Красотища. Страшная сила. А эти вот обслуживают машинки свои. Сказка, все шапочки, эти шапочки, лапы эти снежные все завалило снегом. Какие молодцы, елочки посадили. Сказка просто. Вот тут вот у нас в таких ларёчках, у нас, я аж такой, что везде нас продают мясопродукцию и хлеб и молочко. Тут вот Лактис, это известный великоновгородский. Не знаю, это не реклама, но я видела и в Питере тоже Лактис продают. Считается, что хорошая у него очень продукция. Примерзает у вас дверь, девушка. Зайду маму проведать. Че, куда ты едешь? Ниночка уже меня догнала. Жаль, что у меня конфетки нет. Я бы ее угостила. Все машинки спят под снегом. Когда малые мои росли, я все время сочиняла им сказки. Я вам рассказывала тоже в каком-то видео, в одном из. И тоже сочиняла стишки. А потом, когда Сусику было уже лет, не знаю, 6 или 7, он тоже со мной
сочинял вместе. Ну, например, я там что-нибудь говорю такое. Сколько снега, птички спят. А он мне там вторит. Много дела для лопат. Ну, например. Боже, какая красота. Слышите, птички поют? Просто сказка. Не знаю, хочется мне мамочку пойти проведать Юлькину. А тут шишки, смотрите. Боже, боже. Лида, Лида. Ворона, ты куда? Слышите, как птицы поют? Божественно. Вообще сказка. Мне эти деревья нравились еще когда мы тут жили 4 года. И сейчас тоже нравится очень. Здрасте! С Новым годом! Красивая кошечка! Спасибо! Снежок идет. Красота! Красота! А мы уходим в сугроб. Девушка мне открыла двери. Я вам показывала, как украсили. И дождиком, и всякими штучками, и бабочками, и цветочками. Поднялась на 5-й этаж. Посижу, отдохну. Не знаю, как Ниночка в свои 83 поднимается сюда. Сейчас буду... маму просить, чтобы она поздравила всех. Ну, она, конечно, откажется. Она не медийный чел. Вообще не любит сниматься. Даже больше, чем Юлька. У них, видать, семейная. Но это их право, их выбор. Вот так, когда две палочки включено, а вот так... Развлекаю тут всех. Кричала на меня мама. Сказала, убери сейчас же. Я ей показывала, что у меня на паузе стоит видео. Она говорит, как уже на паузе, если видно вот здесь картинка. Я ей сказала слово офицера. Она мне сказала, все, давай, давай, вали отсюда. Но это мои любимые нехорошо и неплохо. И я вот ошибочно раньше думала, что это... А, как они поют. Боже, боже. Раньше ошибочно думала, что это... это как его... ограниченность людей. Понимаете, что они... не любят сниматься, что они вот такие вот сидят в своих там коконах, в своих представлениях. Нет, это совсем не так. Это просто личное пространство. Это выбор человека. У него вот такое проявление божественное. Не всем быть Иринами Каркачевыми или, не знаю, там, Филиппами Бедросовичами. Или Аллами Борисовнами, или еще кем-то.
или Владимиром и так далее. У каждого человечка его проявление и его выбор быть медийным или известным, или проживать и расширять свою душу вот таким образом. Понимаете? Получать опыт вот таким образом. Не обязательно всем петь, или всем плясать, или всем быть гуру, или мастерами, или не знаю. Ну, в общем, вы поняли мысль. Смотрите, сколько там, полный куст воробьев. Воробьи! Вы что там засели? Боже, как красиво. Опять я нафотала целую кучу. А там котельная обогревает весь тут район этим горячей водой. Сколько птичек. Обалдеть. Я уже наснимала целую кучку. Что я рассказывала? Не помню. Что тут у меня на видео? Тоже не знаю. И называть как не знаю. Он там сидит. Ворона такая красивая. На проводах. Провода. По ним течет электрическая вода. Что-то не туда куда-то я запела. И вода не замерзает в проводах в холода. Люблю вас, мои родные. Спасибо, что вы со мной гуляете. Очень-очень-очень люблю вас. Поздравила маму с 4 января со средой. Она мне говорит, еще каждый день будешь ко мне ходить, поздравлять. Поздравь меня уже вперед на 365 дней. Правда, смешно. А тут смотрите, какие две вместе сидят. Как бесконечность. Видите? Как красиво. Сфотаю. Сколько я уже нафотала всего. Ой, простите. Простите, что я вас потревожила. Привет. Привет, Веточка. Хорошенько тут они как скрестились, обнимаются. Ой, ладно, пошла я. А тут вообще сердечко вижу. Вот оно. И сердечко сфотаю. Ой, ладно, пошли. А эти пошли обслуживать свою машинку. Люблю вас, мои хорошие. Всем божественного дня. Прекрасного, снежного, у кого нет снега. Посылаю вам с любовью и радостью. Ту-ту-ту-ту-ту.